Сотрудники отделения криминальной полиции и группы по противодействию экстремизму Курмагазинского районного отдела полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Карасура» выявили жителя, который выращивал во дворе наркотические растения. Стражи порядка при проверке адреса жителя района 1981 года рождения обнаружили и изъяли растения, похожие на наркотические, запрещенные к выращиванию во дворе. В результате проведенной экспертизы выяснилось, что это 49 кустов растений конопли. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.